Надо срочные выборы. Мы признаем, как и год назад, легитимными выборы в Думу и выборы президента. У нас нет в России сегодня легитимной власти, это главная проблема. Поэтому вот эти основные лозунги, а дальше, я думаю, каждый гражданин, придя на акцию, может прийти со своим требованием, со своим лозунгом. Мы придем с социальными требованиями и по поводу тарифов, и по поводу плачевного положения нашей медицины, науки, образования, и по поводу бесправия профсоюзов, и по поводу несправедливой, неэффективной системы налогообложения и многое другое. Но в целом это будет действительно, в первую очередь, марш за свободу во всех ее проявлениях, и за свободные выборы, и за свободу политзаключенным, за свободу слова, собраний, волеизъявления, то есть это очень важно. Сергей, да, ну я рассказываю, что я пришел сюда, в том числе и пригласить людей на марш 15 числа, потому что тема защиты политузников, как и на сегодняшний